20 декабря Тверской областной суд. В этот день с последним словом здесь выступит Виктор Твердов, пожилой человек, обвиняемый в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Это житель Конаковского района. Он обвиняется по статье 317 Уголовного кодекса России за посягательство на жизнь работников полиции. В данном случае двое потерпевших, оба, несмотря на причиненные ранения, живы, в настоящее время в строю. Оружием преступления был нож. В тот день, в апреле 2021 года, мужчину за домашний бытовой конфликт доставляли на полицейской машине в местное отделение полиции. Он не находился в статусе задержанного, но был пьян. Именно это и стало причиной дальнейшей трагедии. Мужчина достал нож и ударил им сотрудников полиции. Одному полицейскому удар пришелся в висок, другой получил 7 ударов. Совершив преступление, мужчина сбежал, но в тот же день был задержан. За данное преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 12 лет до пожизненного. В данном случае обвинение предложило наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с ограничением свободы на 1 год. В один день пенсионер Виктор Твердов из добропорядочного, законопослушного человека, всю жизнь отдавшего железной дороге, превратился в преступника. И виной тому, в этом уверены участники процесса, алкоголь. А вас просто задержали, да? Ну да. Нет, дома. Ну, мы были дома, говорили бы, все нормально было. А вы не судимы раньше? Нет. В этот же день суд вынес обвинительный вердикт. Виктор Твердов приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.